Всем привет. Решил немножко с вами еще поговорить. На самом деле, очень интересно. Это такой небольшой у меня. Сейчас секундочку потише сделаю громкость. А то у меня здесь очень громко шумит. Шум моря. Решил провести небольшой такой экспериментальный стрим. Сейчас еще раз, секунду, еще потише сделаю. Ага, да, вот все, вроде так получше. В общем, всем еще раз привет. Меня зовут Сергей. Кто меня не знает, я композитор и автор ведущий радиошоу Sounds Paradise. Пишу музыку, электронную музыку, космическую музыку. Решил провести сейчас такой небольшой экспериментальный прямой эфир, в котором просто без какой-либо темы поимпровизировать, помедитировать немножко с такой тихой, спокойной музыкой. Надеюсь, что вам понравилось. Пишет Максим. Максим, еще раз тебе огромный привет. Да, конечно, мне уже все стало получше. В общем, надеюсь, что такой формат всем понравился. Пишите комментарии. На самом деле, YouTube запустил сейчас прямые эфиры в вертикальном формате. И мне просто стало интересно, насколько вообще компьютер может выдержать одновременно две трансляции, горизонтальную и вертикальную. Это новая тема у YouTube. Тема прямых эфиров в Shorts. И, в общем, решил так экспериментально запустить. Поэтому сейчас без особой какой-то либо темы обсуждения. Вот. В общем, друзья, я был всех рад видеть. Спасибо всем за прослушивание. Подписывайтесь на мой канал. И всем буду рад. До новых встреч, друзья. Спасибо большое, что вы со мной.